ЧП случилось на улице Войкова примерно в 12 дня. Мерседес должны были эвакуировать за стоянку в неположенном месте. Его грузили на эвакуатор. Во время работы вышла из строя сдвижная лапа. Иномарка упала на припаркованную рядом «Шевроле» Ниву. У нее разбило лобовое стекло и продавлен капот. У «Мерседеса» вмятины на заднем и переднем бамперах. Информации о пострадавших нет.